Музыкант на железнодорожном вокзале никого не удивляет. Но чарующие звуки скрипки привлекают посетителей вокзала. Случайных зрителей становится все больше. И в этот момент начинается нечто уж совсем невероятное. Пение привлекает из самых сонных посетителей из зала ожидания и самых маленьких. Малыши наслаждаются внезапным праздником, а взрослые стараются сохранить в памяти своих телефонов кусочек волшебства. За несколько минут вокзал превращается в оперную сцену. Сюрприз посетителям вокзала решили устроить артисты Самарского театра оперы и балета в честь 85-летнего юбилея театра. Для флешмоба выбрали одну из лучших комических опер – «Севильский цирюльник». Неожиданно, потому что мы же не репетировали здесь. Ну, нормально. Здесь как бы невозможно было репетировать, потому что все время здесь народ. Поэтому... И, в общем-то, и должно было быть неожиданно. Тот случай, когда не только зритель может прийти к нам, сесть в зал и посмотреть спектакль, но и часть спектакля, его фрагмент может прийти зрителям внезапно, в совершенно неожиданное место. Сюрприз оценили и случайные зрители. Идея замечательная. Во-первых, просвещаются люди. А во-вторых, для людей это неожиданность. Они готовы послушать такое. Ну, в общем, здорово. И сами работники вокзала. Для нас это очень приятно, это все действие. Это служит для того, чтобы привлечь на вокзал и пассажиров, и наша работа сделать намного приятнее. Через секунду после того, как все стихло, артисты смешались с толпой, и вокзал зажил своей обычной жизнью. Но ощущение чуда осталось. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, «События».